что у меня опера «Де Бастиль», «Метрополитен». Сейчас буду в Мюнхене петь «Саломею». В «Метрополитен» у меня через 2 года будет «Фрауен и Шаттенштрауса» и, опять же, «Парсифаль». Трудным ребенком я не был, но вредным. Вредным и рыжим ребенком. Мерзким. С коммуникабельностью у меня всегда были проблемы. Я все-таки как эта вещь в себе всегда был. Я родился и вырос в городе Мурманске. Склонен к депрессиям, потому что у нас там полгода нет солнца, поэтому у меня тоже шатается. Зимой я очень раздражительный, злой, летом немножко расцветает все внутри. А так, в целом, я довольно мрачная личность. Но одиночество удел всех великих, как говорится, не знаю. Шутка. Ну давай, 1, 2, 3, снимай! Женя, у тебя огромное количество татуировок. Когда появилась первая, и почему так много, и что это такое для тебя? Ну, для меня, скорее всего, ничего в моей жизни не играет никакой роли. Когда-то я это все начал делать еще в детстве. Закончить консерваторию и потратить на это, с аспирантурой потратив на это 7 лет своей жизни, и в конечном итоге потом продавать какие-нибудь дезодоранты, там, это не тот путь, которым надо идти. Ну, вот, поэтому я поставил перед собой четкую цель, что я должен петь в Мариинском театре, где-то на 3-м или 4-м курсе я должен уже работать. Вот, и приложил к этому все усилия. В 1998 году Гергиев на гастролях в Равелле вдруг подошел и сказал: «Женя, учи Руслана». Мне было 24 года. И Руслан для меня была партия неподъемная. Это то же самое, что сейчас примерно поднять там, толкнуть 150 килограмм штангу. Чуть погромче фонограмму лучше дай мне. Серые волны, угрюмое небо, северный ветер, нескончаемый дождь, черная бездна бурлящих потоков, стихия бесстрашных. Скажи, а все-таки к чему рок-музыка? Ну, во-первых, я музыкант, и я обязан сочинять музыку. И рок-музыка, потому что это наш сегодняшний день. В классической музыке мы уже все сказали. Там все сказано еще в прошлом веке. Новые возможности, которые нам дают сегодня, новые инструменты, новый звук, в этих областях работать гораздо интереснее, чем просто ограничиваться простым набором классических инструментов. Я ж тебе бам-бам, да-ра-ра-рам. Ты помнишь, мы переход на риф после перебежки, после барабана? Да. Это вот тебе будет знак. Этими средствами можно очень много чего сказать. В своей, например, пластинке, которую я сейчас пишу, я думаю, к концу года я ее выпущу. Это пластинка о пути воина. От начала до самого конца. Воином не обязательно быть для того, чтобы сходить в армию, хотя это тоже очень важно. Воином надо быть внутри. Быть воином – это значит все жизненные трудности преодолевать с улыбкой. Потому что бороться нам приходится не только на войне, но и в повседневной жизни очень часто. И эти качества нам помогают во всем, в карьере в том числе. С каждым спадом весла. Неизвестная земля. Что мы встретим там? Все принадлежит отныне нам. И пока я не спит,
ты когда второй элемент будешь играть, сыграй его вместо трех раз, четыре. Давай вот с него начнем. Ну-ка, начинай его играть. Жень, скажи, насколько легко ты можешь перестроиться с одного занятия на другое, с классики на рок-музыку и наоборот? А перестройки никакой не требуется. Я когда захожу в свою студию, я отсекаю вообще все, что за все за дверью остается. Давай, знаешь откуда? Не сначала можно меч ведь писать. Пиши там со вступления барабанов уже. И дом остается за дверью, и то, что надо там припылесосить остается за дверью, и то, что надо завтра к 11 на репетицию остается за дверью. На эти 4 часа там, или 3 я в своем космосе. В эти моменты меня никто не трогает. И ничто меня не трогает. Прости меня, жизнь моя, я ухожу навсегда. Сжигая за собой мосты, за горизонт. А когда вкус появился к тому, чтобы петь, когда ты от этого стал получать удовольствие, когда понимал, что у тебя может получиться, и даже получиться лучше, чем у других? Настоящее удовольствие я стал получать где-то года, наверное, 3 назад, когда я почувствовал, что уже совершенно владею материалом, у меня большой репертуар, и я знаю всю музыку наизусть, и у меня нет никаких вокальных проблем. Я выхожу, просто попадаю в свою стихию, и сцена стала второй жизнью, а может быть даже первой, еще неизвестно. Здесь каждый камень дышит мистикой. В этом городе есть мистика. А я вообще мистик в душе. Я считаю, что параллельный мир какой-то рядом с нами, он есть. Не то, что есть, не считаю, он есть. И в каждом проходном дворе Петербурга ходят тени. Я их видел. И здесь атмосфера одухотворенная. Она располагает творчество. Вечное море. Эту картину я нарисовал лет 6 тому назад. Мне приснился сон, и я нарисовал картину. На самом деле здесь изображена Земля такой, какой она будет через миллионы лет, когда Солнце вырастет из белого карлика в красный сверхгигант. И на Земле уже не будет к этому времени, естественно, никаких живых существ, потому что жизнь будет невозможна, потому что будет ужасная жара. И вот это как раз закат этого огромного солнца. У меня лично это вызывает восторг за нас, вот таких маленьких. Наша жизнь, она же всего лишь навсего каких-то 70-60 лет, это микросекунда в космосе. По космическим понятиям нас нет, попросту нет. Но на самом деле мы есть и проживаем такие интересные жизни, такие судьбы.